Спасибо за то, что...
А было бы совсем необычно написать письмо в стихах. Знаю. Я к вам пишу, чего же боли, что я еще могу сказать. Нет, Пушкина нам не одолеть. А я все-таки попробую. Что же мне можно в письме написать? Проще всего о себе рассказать. Ну ладно, начну. Я живу у горы. В рифму лезут одни комары. А может быть так? Всем привет, это я. Живу в Качканаре, со мной семья. Семья — это то, что мы делим на всех. Всем понемножку, и слезы, и смех. Бабуля твердит, что семья всех дороже, что ссоры, обиды в семье нам не гоже. Субтитры сделал DimaTorzok.
Коль же в ответ ритмы джаза, пенье скрипки, детские глаза, улыбки, музыкальный шлют привет. Ноты сложатся в картинку, позовут в далекий путь. Главное, навстречу звукам свое сердце распахнуть. Thank you.
листок. В нем и горькое лето, и сигналы тревог. Даже смерть отступала на несколько дней, где солдатские письма шли дорогой своей. Днем, что с рождения в памяти.
Thank you.
над простором уснувших полей. Или слышится крик в поднебесье улетающих даль журавлей. Ей-ей! Пройдет печаль, растает горюшка, не плачь, душа нам будет бой. Лети легко,
Письмо свое пора нам завершать. Еще чуть-чуть и точку мы поставим. Хотим для всех здоровья пожелать. И радости ее мы вам доставим. Thank you.
Поверить, вы точно знаете.
Выставка работ учащихся школы.
преподаватели Александр Павлович и Светлана Юрьевна Калинины. Кристина Захарова, Анастасия Щербинина, до новых встреч! Burgers? Oh, yeah.